Я начала писать песни в 15 лет. Слышала я Земфиру, и вдруг она меня... Я думал, вы слушали Бьорк, потому что в группе ВКонтакте, там среди ваших любимых исполнителей нет никакой Земфиры. Знаете, в чем дело? Да, в чем? Изменились вкусы, да? Мне она очень нравилась. И, собственно, она меня очень вдохновила. Спасибо Земфире за это. Но в какой-то момент я завела плакат желаний, в котором я написала: «Я хочу стать второй Земфирой». И вдруг какие-то желания начали сбываться прямо так, как я написала. День в день, год в год я писала там год, день, когда это должно исполниться. И самые главные желания исполнялись год в год, день в день. 2003 год, 31 мая я написала: «Хочу попасть в телевизор». Я очень хочу попасть в телевизор. И вдруг 30 мая состоялся конкурс, это был такой конкурс «Звездный дилижанс», телепроект. Это белорусский? Белорусский. А-а-а. Это как «Фабрика звезд» в России. И я попадаю туда, в 15 претендентов, уже голосование интерактивное, 14-го объявляют, 30 мая. 15-го – это не я. Ну, то есть я остаюсь в той комнате лузеров. Нет, ну, я шучу, конечно, талантливые ребята, очень до сих пор дружим, общаемся. И я не попадаю. И нас везут в гостиницу, и тут наступает 31 мая, 12:03, и мне звонят организаторы, говорят: «Ты попала, ты попала, девочка отказалась одна, и ты идешь следующий по голосованию». И я понимаю, что вот оно, мое желание подвинуло человека просто, оно было так сильно во мне, я работала над ним. Я работала даже ментально, когда ты каждый день ты написала его, ты вложила в плакат желаний, ты вложила в него все свое желание, и каждый день туда смотришь, и ты уже работаешь над ним. И вот так исполнилось. И я понимаю, что это опасно, возвращаясь к Земфире. Вот так вот вокруг. Мне начинают писать в газетах, что белорусская Земфира живет в городе Чаусе. А вас так называли белорусская Земфира? Да. Ага. И это ваш родной город, кстати, да, Чаусе? Да. Ага. Там мой родной городок маленький. Угу. И начинают писать: раз, написали, два, написали в каких-то уже больших газетах, «Антенна». Угу. И я понимаю: нет, я не этого хотела, нет. Мне начинают говорить: да, это песни, как у Земфиры. Какие-то первые песни я на самом деле, я как губка. Если мне что-то нравится, я это впитываю, а потом это как-то преобразуется в мое. И тут, наверное, это не успело преобразоваться, а как-то какая-то копирка прям. Все под копирку пошло, все вышло из-под контроля. И я подумала: нет, я этого не хочу. И вдруг я решила пойти, у меня была возможность пойти на концерт Земфиры. И в Беларуси? Да, в Беларуси. И прямо я стояла перед огромной дверью в Ледовом и держала этот билет, посмотрела направо, налево, увидела девочку, которая не попала туда, отдала ей молча. Она заплакала от того, что она мечтала. В общем, это ее мечта, и я тоже как-то стала каким-то, да, феей для нее. Кто-то для меня, я для нее, все возвращается. И все, и я не пошла туда. Я побоялась, и я подумала: нет, это, наверное, я в нее сильнее влюблюсь, что-то будет не то, мы пойдем разными дорогами. И я стала слушать Бьорк, Гуана Эпис, и это было время тяжелого рока в моей жизни наступило. И там была, конечно, и Нирвана, это тоже музыка моего детства. Вот. И вышел альбом потрясающий. Два альбома: «Брат 1», «Брат 2». Помните? Помню, да, потрясающий, конечно, фильм. Да. И очень потрясающая прям сборка хорошая. Там «Би-2», «Король и Шут». Да, и «Аукцион», и «Земфира» тоже там была. Но считаю, очень круто подобрана вот эта сборка. И для меня это стало вдохновением. Даже сейчас слушаю.
Бутусов, потрясающая песня, до сих пор мне очень нравится. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».